Короче, провели розыгрыш, едем сейчас к парнишке, чтобы вручить. И подъезжаем как бы. Прикиньте, купил всего один билет, я еще провел эфир, еще и сказал, что типа номер 7 вот вижу, может это он, счастливое число, и тупо пацан, реально, бля, ну это же я вытянул, я вообще в шоке, реально, эмоций столько было, у него руки дрожали, бля. Просто, я не знаю, бля, сейчас едем, у нас стрела, хорошо, что он рядом возле меня тут. Не придется там отправлять лично вручим эти эмоции, как бы, ты что, это вообще круто. Что может быть лучше, да? О, сейчас мы его встретим. Может еще и прокатим, если захочет. Залетаем на всех парах, так сказать. Где он, с какой стороны нас будет ждать, интересно. Где он нас будет встречать. А, вот он. Сейчас где-то припаркуемся тут. Опа. Чикс, спрыгайте. Привет. Мои поздравления. Что ты, как эмоции? Это хорошо, доставай. Шалом. Вот, тримай. У тебя техника есть какая-то? Не, не, о, ну как раз нормально. Та нема за что. Давай, может, прокачу тебя, одевай его, че шо. Сейчас хоть туда-сюда проедемся. А вот так вот тянешь за вот эту вверх, и он вылазит. Подними. Сидеть знаешь как же? Примерно. Ну садись, а вот тут левой ногой за меня держишься, правую тут сидишь, руки в крест, вот так вот упираешься и держишься за одной руками и ногами. Давай сделаем. Опа, о, вот так вот. Как эмоции? Страшновато? Да нормально. Ну я чуть-чуть, я так, чтоб знал, что такое мощь спортбайк, чтоб эмоций было масса. Что, круто? То пожалуйста. Ну вообще-то это ближний свет, она и должна одна работать. Да. Да, конечно. Зафоткай нас, где ты там? Фотограф, зафоткай нас. Да давай, нормально все, че ты? Круто. А, да. Так что нормально, видишь, как хорошо, удачно у тебя получилось. Эмоций, да, масса получилось. Ну это хорошо. Это хорошо. Что, будем ехать? Ну, давай. Все, поздравляю тебя еще раз. Давай. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить о чем? Есть некие знаки мотоциклиста. Приветствия там и прочее. Как вы в потоке, в колонне едете. Неважно. Но самое главное, основное вы забываете, то, что вы почему-то не здороваетесь. Вы если думаете, что едете на китайце каком-то, то что, вы не мотоциклист, что? Или на мопеде каком-то, вы не мотоциклист или что? Двухколесный транспорт всех нас объединяет, считайте. Это культура, это мотокультура. Она всех нас объединяет. Нужно здороваться. Вот пример. Оп, раз, два, все есть, четенько, знают,
А есть некоторые морозятся. Ну куда это? Какие ворота вообще? Тупо они или не видят, или боятся руль отпускать. Ну ладно, это когда плохой участок дороги. Вот. Короче, сегодняшняя тема видеороликов — это как раз знаки, которые вы можете видеть, что там мотоциклисты показывают. Так, друзья, сегодня я вам расскажу о неких знаках, которые показывают мотоциклисты. Для вас могут показаться странным, а для кого-то и совсем не странным. Смотрите, есть знаки в потоке, то есть впереди ведущий, его называют маршал. Он всех ведет в шахматном порядке, каждый едет. И вы можете видеть то, что впереди ведущий показывает. Начнем с самого простого, это приветствие. Всегда показывается... Че это они тут занимают, такое интересное? Левой рукой, так как правая рука у нас на газу, ее нельзя отпускать. Вот, приветствие есть двумя пальцами, есть кто-то кивает, кто-то просто привет машет. Но, чтобы вы знали, есть в Австралии и в Англии это оскорбление, поэтому никто не показывает этим. Даже есть, говорят, спасибо ногой, левой или правой, если кто-то вас пропустил в потоке. Следующее, это, конечно же, повороты. Поворот влево, он может показываться просто поднятым руком, кулаком и с пальцем показанным, точнее, вправо. А влево, естественно, просто рука влево. Зигу отдать можно. Вот. Следующее, это точно так же показывание там плохого участка дороги. То есть можно рукой показывать, кто-то ногой показывает. Если слева, слева, справа, справа. Кто-то так показывает. Если впереди лежащий полицейский, это двумя ногами, как шасси, выставляется, показывается. Если вы видите сзади, кто-то едет, вы показываете там невыключенный поворотник, дальний свет. Вытягивается рука и просто показываете, что с дальним светом у вас беда. Точно так же, если вам нужно ускориться, впереди ведущий показывает, что ускоряемся. И показывает по одному. По одному проезжаете. Потом опять же он показывает внимание. По два можно опять в шахматном порядке вставать. Вот. Точно так же. Быстрее, медленно. Это вообще ладонь назад. Это у нас остановка полная. И точно так же, если вам нужно с кем-то пообщаться, вы показываете обгоняй и с указанием пальца, чтобы он вас догнал и здесь стал. Вот. Если вам нужно заправиться. Заправиться — это просто показываете вниманием на бак. Если вам нужно поесть, попить, показываете на себя, либо на живот. Вот. Но опять же, это все те условности, которые вы там, если бандейкой катаетесь, у вас могут это немножко отличаться, эти все знания. Но все-таки оно есть. Дальше. Есть уже другие отличия касаемо там этих всех поворотов, остановок. Если вы стоите на дороге и мотоциклист проезжает, любой мотоциклист всегда остановится, спросит, как у вас дела. Но есть понятие со шлемом. Вот вы стоите на обочине, сюда покажи. Если шлем лежит просто вот так, значит, у вас все в порядке. Если на боку, значит, вам требуется некая помощь. Если вот так, значит, у вас нету топлива и уже, в принципе, ну, это могут не все знать, но оно есть. Вот такие вот есть примечания. Вот, в принципе, и все. А, не, еще самое главное, если вы едете с кем-то и сзади у вас или рядом, если вы показываете, какая девушка? Если показывает вот так, девушка ничего. Если показывает вот так, то, ну, понятно, это не очень. Вот, в принципе, и все. Все те знаки, которые вам нужно было знать. Привет. Я не знаю, когда новый путь. Привет. Нормально. Прикольно, техника. Та заехал вот сюда, на разведку. А так уже покатались, да. Не, нема. Путь свободный. Бачиш, це тобі такий треба теж. Такий или такий? Хоча тобі мопед треба для начала. Показати, як ти там їздиш. На скутер. Да, і скутер би какой. Я тебе уделаю на скутері. Ти сама себе уделаєш там, блин. В перший поворот же ж ляжеш, блин. Эти женщины верят в себя чрезмерно сильно. О. Ну это же плюс 5 лошадиных сил, елки. Ну а зачем ты мне его? Неплохо. Кого нема? А, да? А ты подписанный? Ну, нас сейчас достанем.
Ну. Пожалуйста. Ну только клеить надо сначала протереть, обезжирить, вытереть, а потом, чтобы наверняка. Вот уж. И тогда будет четенько. Давайте, осторожно катайтесь. Нень-нень. Ну прикольно. Прикольная техника. Тебе тоже надо такой. Опа. Хорошо. Вум-вум-вум. Путь свободен. О, а тут наоборот. Первая вверх, остальные вниз. Ха! И на задний чуть-чуть там шесть. Вторая вверх, третья вверх, четвертая вверх. Ну ты же видел, у него первая вверх. А, что все вверх, че шо? Нихуя себе, как на треке, блядь. Трековая версия, блядь. Всего альфовский движок, и там все по кругу. Понял? Ну что, друзьяшки, теперь вы знаете, какие все знаки могут быть у мотоциклистов. Не стесняемся, здороваемся, останавливаемся, помогаем, обращаем на это все внимание. Если вы не здесь, то вы нигде. Дяденька, вам не страшно ездить на мотоцикле? Нет, конечно. Я ж мужик.